Делегация врачей во главе с Денисом Проценко посетила уже несколько медорганизаций республики. В первую очередь опытные врачи побывали в инфекционной больнице. Это один из главных стационаров, который принял на себя основную нагрузку во время эпидемии, справляясь с возрастающим потоком больных с коронавирусом. На сегодняшний день в стационаре развернуто около 300 коек. В самый пик пандемии здесь были организованы и дополнительные места. Вылечено от ковид и выписано уже более 1000 пациентов. Процент вылеченных тяжелых больных в реанимации более 70%. Конечно, единственное, что бросается в глаза, отсутствие желания у самих пациентов находиться в положении на животе. Я бы, правда, призывал и родственников, и пациентов убеждать себя и близких в этом, потому что это одна из жизнеспасающих стратегий. Лекарственное обеспечение на должном уровне, антибиотики есть, есть антикоагулянтная терапия. Это два очень мощных фактора, которые влияют на выживаемость пациентов с ковидной инфекцией. Если куда двигаться дальше, да, конечно, есть, наверное, для этого мы здесь. Мы на субботу запланировали обучение с реаниматологами. Наш анестезиолог Александр Боярков будет проводить ультразвук, курс ультразвук при ковиде и в реанимации. Поэтому двигаемся вперед по плану.